Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня мне хочется сказать вам особые слова и, провожая уходящий год, сердечно поблагодарить вас за все, что мы вместе сделали за последние 8 лет. Все, что достигнуто, было бы просто невозможно без вашей постоянной поддержки, без вашего доверия, без вашего прямого участия в возрождении страны. Мы не только восстановили территориальную целостность России, но и вновь почувствовали себя единым народом. И все эти годы мы вместе работали для того, чтобы сохранить страну, превратить ее в современное, свободное, сильное государство, удобное и комфортное для жизни граждан. Мы видим, как год от года набирает силу и укрепляется Россия, как растет наша экономика и открываются новые возможности для людей. Конечно, не все удалось сделать, но я уверен, путь, выбранный народом России, правильный, и он приведет нас к успеху. У нас все для этого есть. Наша великая история, колоссальные ресурсы, мужество, трудолюбие и интеллектуальный потенциал нашего великого народа. Дорогие друзья, через несколько мгновений наступит Новый год. В этом празднике любовь к близким, тепло домашнего очага, надежда и вера, что все сложится, что мы будем жить лучше, что дети наши будут счастливы, что старшие будут здоровы и благополучны, и тогда страна наша будет крепнуть и процветать. Пожелаем друг другу новых успехов. И, конечно, поднимем бокалы за здоровье и счастье наших родных и близких, за тех, кого ценим и бережем больше всего на свете, кому отдаем наше тепло и с кем хотим быть рядом. Пусть все самые заветные мечты сбудутся. Счастья вам, дорогие друзья! С Новым годом!